С последствиями аварийной ситуации разбираются на борту Международной космической станции. Там в американском сегменте произошло короткое замыкание. Из строя вышел один из блоков, который передает энергию солнечных батарей внутрь МКС. Станция потеряла 12% электроэнергии. Из-за ЧП пришлось обесточить часть научного оборудования, но потом космонавты подключили резервные аккумуляторы. Как сообщили в Центре управления полетами, на работе российского сегмента это происшествие никак не скажется. Сейчас выясняют причину замыкания. Возможно, экипажу придется совершить внеплановый выход в открытый космос, чтобы устранить проблему.